все, завязывай, давай. Да, да. Дорогие подписчики моего канала, я не знаю, как меня видно, хорошо или нет, но хочу вам сказать большое спасибо за то, что меня поздравили на Ютубе и ВКонтакте. Очень много человек меня поздравили. Больше 50, я даже чуть посчитал. Огромное спасибо хочу я сказать. Сейчас, блин, дай... Слушай, а как его зовут? Давид. Давид Гуа... Давиду, скажи просто Давиду. Да. Огромных спасибо, огромное хочу сказать. Большое спасибо хочу сказать Давиду, который сначала мне написал то, что может мне скидывать деньги, и в итоге скинул мне 300 рублей на Киви кошелек и попросил то, чтобы я сделал это видео и скинул свои Киви в ссылку в описании. Если хотите мне скинуть тоже монеты, кидайте в описании. Я не знаю, что еще говорить. Огромное спасибо за поддержку. Видео начинает выходить с понедельника. Скорее всего, будут выходить по 2-3 видео на неделю. Больше вряд ли получится. Скоро мы снимем «Хочу жить веселей 2». И это будет, скорее всего, в бассейне. В сауне не получилось. Как она долго горит, эта собака. Что еще сказать-то, блин? Сейчас придумаю. Скажи всем спасибо. Всем пока. А сейчас, короче, я напишу вот так вот. D104, смотри. А теперь рок-макафо фри фиерио вика фристайл. А, и кстати, кто-то просил узнать, сказать точнее, что мне все-таки подарили. Подарили мне iPhone. Я не знаю, его сейчас, наверное, можно видно, может нет. Короче, iPhone. А этот как его? Да. iPhone. А компьютер будет, короче, ближе к Новому году, но я все равно буду снимать FIFA 16, только разные другие передачи. Ну, на этом все. Скорее всего, с вами был я, D104. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал на YouTube, ставьте лайки. И всем пока, мазафака. Все. Че, на большую кнопку нажимать, да? Слушай, я вот эту специально не вставлю, вот на эту. Давай, давай, вообще нормально видно. Сейчас разыграю. Во-во-во. Разогрел кальянчик, да? Вообще видно, знаешь, как... Не повторяйте в домашних условиях. Сейчас приду, арбузы нахавать. Да блин, это вообще не видно. Ой, ты дурак. Глаза попало. Какие наркотики? Какие наркотики? Вообще о чем вопрос-то, а? Блин, слушай, я теперь везде имею эту камеру. О, офигенную. Красиво. Знаешь, спецэффекты для фотошопа. Капец. Блин, дым прикольный. Надо дым вместо огня дыхать. Пойдем в это, все выкинем, чтобы все... А, да, у нас же мусорка есть, подожди. Доставай эту штуку. Мы же хорошие ребята. Можно, конечно, в ножички играть, но все же. Давай, давай все, и в мусорку выкинем. И вот эту бери. Не надо мусорить свою природу. Что сказал сам с тобой? Я сказал, не надо мусорить. Мы все сделаем аккуратно. Все, давай. Я как паровоз. Только она не... Блин. Стой, подожди, ты потуши только. Так, вот это не горячий уже? Они нормальные. Все, их считай бог. А вот это... Все. Не м... Видел, да, забожил-то? Да попал с первого раза. Вообще, не надо мусорить. Берегите нашу природу. Где вы там? Вот. Берегите природу. Пока. Все.